Сегодня понедельник, утро. Утро, конечно, не очень. Почему? Потому что совершено акт вандализма на священном месте Хачкар. И хотелось бы обратиться ко всем крапивничанам, что это святое место, святое для всех, и место, которое мы сделали, это для людей. Для людей, которые могут пройти, посидеть, отдохнуть, ознакомиться с культурой нашего народа. И видя все это сегодня утром, ну, для меня было это возмущение и для всей армянской диаспоры. Почему так? Почему мы сделали уютное место, поставили лавочки, их берут, ломают, трощат, делают как сбор мусора. Ребята, давайте как-то остепенимся, мы же идем в Европу, давайте вместе делать чистоту, добро и делать все для людей, а не только для того, чтобы удовлетворить свои какие-то внутренние прихоти.